она, моя судьба, моя мечта, моя война, моя любовь, моя весна, и я стена. Отчизны сын, страны солдат, так было сто веков на планку. Как было у предков наших, как они относились к этой вере. И вот если мы будем стремиться, если вера станет во главу нашей жизни, то, наверное, и воинские вот эти доспехи у вас станут чуть-чуточки выше. Рад мне ваш подвиг. Есть такой в православии святой преподобный Сергий Радонежский. Он однажды благословил Дмитрия Донского. Кстати, недавно была родительская Дмитриевская суббота. И мы поминали всех на поле брани Куликовой битвы в субботу. И Сергий Радонежский даже своих монахов монастыря отдал на вот этот ратный подвиг. Защищать веру и Отечество. Часто нас упрекают сектанты, что якобы вот защищать якобы вот нельзя. Поднимать оружие нельзя. На самом деле это неправильная позиция. Потому что даже в Ветхом Завете Бог благословлял Моисея, чтобы Моисей благословлял войны, освободительные войны. И вот когда враг приходит на землю, то человечество должны идти на защиту своих земель. И вот даже преподобный Сергий Радонежский отдал своих двух монахов. Вот какой был ратный подвиг, какой был патриотизм в сердцах. Также, когда в наших сердцах будет находиться вера в Бога, и мы будем по-особому переоценивать в своей жизни дела. Есть какие дела? Злые дела, есть добрые дела. И критерием этих дел является что? Совесть. Как вы думаете, сегодня совесть у каждого есть? Нет. Вот, есть. Нет, подожди. Нет? А кто сказал нет? Я сказал нет. Нет? Ты думаешь, нет? А ты попытайся все-таки вот подумать, вот ты бы смог бы вот все-таки вот как-то попытаться нарисовать эту совесть. Вот если тебе дать листочек бумаги, смог бы? Да. Да? Ну, попытайся. Есть у вас листик? Да, конечно. Нарисовать. Да. Как ты ее видишь в своем понимании? Да, вот человечка с ну, каждого человека может мучить совесть. Вот если подумать, вот если она есть эта совесть, если она мучает эту совесть, значит она есть? Да, за какой-то поступок плохой все равно. А все-таки, а кто-то сможет ее попытаться изобразить или даже рассказать, а какая же она у него? Мне кажется, нет. Я смогу. Я еще слушаю. Илюшу Лахин. Илюшу, как вот он попробует изобразить эту совесть? Мне кажется, что это невозможно. Да, я тоже так считаю. Наталья Игоревна, он на вас смотрит, когда рисует. Я твой идеал? Это чувство какое-то внутри. Конечно, абстрактное понятие. Угрызение совести. Если вы сделали что-то плохо, то ваша совесть, ваш...
душа ваша, то есть, как бы, не знаю, не на месте. Ну, лично у меня такое, если я что-то сделала, и мне кажется, я сделала это неправильно. И у меня как она выглядит, внутри в душе у меня какое-то волнение, какая-то тревога. Рисует он. Я на своем подсознании понимаю, что я поступила неправильно, и я пытаюсь это исправить. Вот в моем понимании это и есть совесть. Это сугубо мое понимание. А вот если тогда говорят, вот, моя совесть чиста, это вот как? Ну это понимается как... Сейчас я, значит, в общем, наверное, не хочу забивать наперед. Значит, сейчас человек, я... наверное, просто считает, что он чист перед самим собой, вот, и перед Богом. Да. А вот если придешь исповедоваться и... Ну вот на эту тему, сейчас я хочу подвести эту тему по поводу совести. И вот совесть, забегаю уже наперед, совесть — это есть голос Божий в душе. Совесть — это есть Бог в душе. И вот у каждого человека существует этот голос Божий. И вот пусть каждый из нас прислушивается к своей совести. Если мы делаем какие-то плохие дела, всегда совесть обязательно, как сказала ваша преподаватель, что она будет обязательно вас осуждать, эта совесть, тревожить. Вот. Значит, это голос Божий внутри. Да. И вот если каждый из нас будет прислушиваться почаще к этой совести, вот в принципе это и будет критерием нравственности. Вот тогда для нас вот эта нравственность будет стоять во главу угла. И мы тогда уже будем четко и смело делать выбор, что есть добро, что есть зло. Нам тогда будет легче. И вот если каждый все-таки попробует... Давай, неси сюда. А как ты понимаешь эту причину? Да, я не знаю, просто нарисовал. Ну, объясни, ну, кажется, ну, ты же нарисовал его, ну, сегодня, вот объясни, о чем каким-то... ты думал. Просто ангел нарисовал. Покажите нам. Нарисовал ангела, а не совесть. Ну вот, раз ты, ну, может быть, он не хочет, чтобы... Мне уже, есть ангел же, наверное, ангел. Раз ты ее уже нарисовал, значит, ты уже как-то себе ее представляешь. Правильно? Ну, да. Значит, все-таки она есть. Да. То, что мы ее не видим, это все, это нормально. Потому что вот мы ж ум. Ну вот видишь, как ты изобразил? Мне, например, видится в виде как ангела. Ну, это есть. Нормально. Мы ж, получается, мы ум, мы не видим, правильно? Но это ж не значит, что ума у тебя нет. Правильно? Ум у тебя же есть? Мозг на все. Вот, то же самое. Взять, например, сердце. В принципе, ты его сейчас не видишь, свое сердце. Может быть. Но оно есть, а ты им чувствуешь. Человек. Вот то же самое совесть. А вот души не возьмут. То же самое душа. Душа, она есть. Мы-то ее не видим. И вот такие моменты, их изобразить невозможно. Поняли, к чему я сказал нарисовать? Да, что да, их да. Изобразить просто невозможно. Но они есть. Вот как душа, как совесть, как сердце. В принципе, это сердце, мы-то знаем, что оно есть. А можно же вам рисовать его совесть? А ей сердце. Я изучила внутреннего человека. О. Ну да, но я имею в виду, какое у нас оно. Понимаешь? Вот. Что мы не можем вот именно изобразить, как мы сердцем чувствуем. Но оно есть. Вот то же самое по поводу Бога. Что ты хотел спросить? Да не спроси, я сказать хотела. Вот совесть со старославянского — общее знание. То есть общее знание того, что хорошо, что плохо. Поэтому да. Оно у всех есть. Вот. Так вот, если мы эти вещи, мы их не видим, но они есть. Вот то же самое Бога. Нельзя теперь сказать после этого, что Бога нет. Мы только что поняли, что если мы не можем нарисовать, если мы не можем это увидеть, значит, это не значит, что его нету. То же самое Бога. Вот если мы не видим Бога, это не значит, что его нет. А если кто-то, например, в Бога не верит, это значит, и совести у него нет? Нет. Просто этот человек еще до конца не пришел. А у каждого встреча со Христом, с Богом, у каждого она своя. Рано не поздно. У кого-то в больнице, у кого-то в храме. У кого-то в общественном транспорте, да? У кого-то просто придет проведать какого-то больного человека.
Но у каждого эта встреча обязательно со Христом, с Богом будет своя. Через каких-то людей. Но у каждого это своя. И каждый приходит в разном возрасте. Кто-то приходит к Богу в отрочестве, с пеленок, кто-то в 5 лет, а кто-то может быть в 80 лет. А кто-то может до конца и вообще не прийти. У каждого своя встреча. Встреча, она с Богом организована, у каждого своя. Но примет ли человек в своем сердце Бога? Как говорит в книге Апокалипсиса, в Библии, есть такие слова. «Все стою у двери и стучу, Иоанн Богослов пишет. И вот Христос в каждое сердце приходит и стучит. А откроем ли дверь нашего сердца или не откроем? Это зависит от нас, от каждого здесь стоящего. И на эти все вопросы всем нам стоит задуматься. Если есть Бог, значит, а каковы у меня с Ним отношения? Вот кто такой Христос в моей жизни? Вот этот вопрос должен ответить каждый сегодня, кто исповедует себя христианином. Вот кто такой христианин? Это человек, который исповедует, что... Кого он исповедует? Христа. Что Христос его Бог, его Создатель, его Творец. И вот, наверное, сидящих, наверное, все из вас православные, крещенные. Да. Вот. А раз все мы православные крещенные, то мы должны осознанно верить во Христа. Вот, допустим, такой пример, вот, например, взять мусульмане. Они ведь все верят в своего Аллаха. У них есть свой Коран. Так как у нас Библия, так у них есть Коран. Да. И вот как они все относятся к своей вере? Они тоже молятся. С какой ревностью, да. Они тоже молятся, у них есть свои службы, у них есть свои богослужебная книга, они ее читают. И как часто мы, так громко называя себя православными христианами, раз в год зайдем на пасочку, там, покропим свои ключи, и на все наше православие на этом заканчивается. Правильно? Правда же? Мало кто зайдет в храм, придет на исповедь, на причастие. Я же говорю, это единица сегодня. Гогенко Егор тоже ходит на причастие. Но у нас. Нам надо что-то в своем сердце менять. А менять, прежде всего, вот, начать, каково у нас отношение ко Христу. Вот кто такой Христос, это вопрос сегодня для всех нас. Пусть каждый задумается и подумает, все-таки каковы у меня с ним отношения. Если он для нас Отец, если он для нас Бог, вот когда мы приходим, такой пример, когда мы забываем своих родителей, не пишем, не звоним, в гости не приходим, что делают у нас родители? Обижаются. Наверное, обижаются. А представьте, когда мы забываем Христа, Царя Славы. А тот, кто дал нам дыхание жизни. Тот, кто нам дал саму жизнь. На все эти вопросы надо почаще в себе задумываться. Вот для этого наша существует жизнь. Жизнь – это экзамен к вечности. У нас, верующих, смерти как таковой не существует. Смерть Христос победил, разрушил врата ада своим воскресением и вывел всех ветхозаветных праведников из ада в Царство Небесное. И вот смерти как таковой нет. Христос победил. Христос победил эту смерть своим воскресением. И раз он победил, то для всех нас эта победа значит победа жизнью над смертью.
смерти у нас не существует. И наша жизнь это есть как экзамен к вечности. Вот то, что сегодня мы здесь заработаем, то, что мы сегодня, как мы будем жить, то так мы будем жить и в вечности. В автобусе уступить нет. Место беременной, старушке. И так далее. Это называются уже такие нравственные общие стандарты. Но нам надо стараться еще сохранять нравственность. Что такое нравственность? Это надо сохранять свое сердце в чистоте. В чистоте духовной. Стараться сохранять его от греха. Стараться не грешить. Грех — это всякое беззаконие. Беззаконие. Когда человек творит всевозможное такое падение. И вот когда распадается вот это беззаконие, когда распадается дисциплина, даже особенно это вот в таких вот полках, таких как у вас, когда вот этого, когда в части нету дисциплины, это так вот внешне, да, вот такой пример привести, когда в части нету дисциплины, когда царит такой хаос, делает каждый, кто хочет, то обычно эта вооруженная или там или эта часть что делает? Творит поражение. Потерпит обязательно поражение. А если в этой части будет особая дисциплина, строгость, то она обязательно победит. Когда один глава не только его слушают, и только его приказы выполняют. Вот так и у нас, христиан. У нас есть свой устав. Есть Священное Писание. Есть глава церкви, Христос. И вот когда мы, христиане, а ведь как апостол Павел пишет, что мы есть воины. Мы воины Царя Небесного. И вот если мы будем соблюдать этот устав, то мы становимся в ряд этих воинов, Царя Небесного. А если мы забросим свою христианскую жизнь, свою нравственность, то, естественно, мы сами себя исключаем из церкви. Вот даже в древнейших правилах апостольской церкви есть такое правило, что кто два или три раза пропустит воскресный день, три раза пропустит и не причастится, раз в месяц, то этот человек автоматически исключается из церкви. Потом его можно принять только через покаяние. Это было так в древней церкви. Вот задумайтесь. А как у нас сейчас? В лучшем случае придет человек, причастится там раз в год, все. Или раз в полгода. Надо почаще. Потому что Евхаристия это выше ничего на земле нет. Первые христиане причащались вообще ежедневно. Потому что когда мы причащаемся, это когда батюшка дает под видом хлеба и вина, дает истинно тело и кровь. И мы что делаем? Со Христом соединяемся. И выше ничего на земле нет. Бог входит в тело и освящает таким образом и душу, и тело. Вот насколько высоко это причастие. Потому что мы что делаем? Соединяемся с Богом. И почему мы ходим также в храмы? Потому что в храмах служится литургия. Совершается вот это вот причастие. Потому что когда человек живет просто нравственной жизнью, никого не обманывает, ни у кого там ничего не ворует, место уступает, то это одно. Но когда человек еще, живя так, еще соединяется со Христом, то тогда этот человек подобен чему? Подобен Богу. У нас святые называются как? Преподобные. Подобные Богу. И вот
для этого и Моисей и дал закон. 10 заповедей. Вот это 10 заповедей, которые все мы знаем. Вот Бог дал Моисею, чтобы мы все не опорочились во грехе, чтобы хоть какой-то нравственный ориентир иметь. Иоанн Златоуст, это святой отец нашей православной церкви, толкует так, что 10 заповедей, которые Бог дал человеку, для чего они нужны? Они нужны для того, чтобы, говорит, как детоводитель ко Христу, вот как вот эти вот ходули, чтобы человек научился ходить, маленькие дети, вот чтобы они научились ходить в добре со Христом, в Боге. Пока они еще не умеют ходить, им нужны вот эти ходунки, ходули. Вот. А как только они уже становятся на свои ноги, им что? Эти ходули абсолютно не надо. Абсолютно. Вот то же самое, если провести параллель, то же самое с этими ходулями имеют заповеди Божии. И если мы будем исполнять эти заповеди Божии и жить со Христом, то придет такое время, что нам эти уже заповеди, они нам будут не нужны, потому что мы будем жить со Христом и во Христе. И для нас это будет ценностью. Мы не сможем по-другому. Вот взять, например, преподобного Серафима Саровского. Он уже не смог, он уже когда жил с Богом, со Христом, он уже не смог по-другому жить. Он даже сам не смог пойти и творить грех. Потому что в его сердце уже был Бог. Даже как преподобный Серафим Саровский, даже мы знаем из жития, что он даже медведя кормил из руки. Представляете себе, насколько это самый настоящий факт. Он кормил из-за своей руки медведя. В общем, перед этим человеком преклонялась что? Природа и животные. Там, где был огород преподобного Серафима Саровского, полол этот огород, взращивал. И вот в житии его написано, что когда он полол, только он, говорит, заканчивал полоть свои грядки, то над его огородом, только над его огородом поливал дождь. Представьте себе, насколько высоко. В общем, в нем таким образом Бог был с ним. Вот так мы все должны с вами стремиться. Вот к такому богообщению, чтобы с нами был Бог. Вот как вы думаете, где находится Царствие Божие? На небесах. А кто еще? У кого такие там мнения есть? Или в церкви? Нет. Вот это... У каждого. В каждом. Евангелие отвечает правильно. Молодец. В Евангелии отвечает прежде всего, что Царствие Божие внутри вас есть. Оно находится в сердце. Оно находится в сердце. Это есть совесть, это есть сердце. Вот это все одно. Это есть Бог. Царствие Божие находится не где-то там, где мы не можем увидеть, а Царствие Божие есть внутри вас. И для того, чтобы познать Бога, это не обязательно лететь или ехать в Иерусалим или в Киев, Киево-Печерскую лавру. Не обязательно, совсем не обязательно. А чтобы познать Бога, надо измениться. Измениться для Христа. Найти в себе силы поменяться. А что такое покаяние? Покаяние из греческого слова метания. Изменение ума. Изменение самого себя. И вот если человек будет меняться, будет находить в себе силы, стремиться идти к добру, то только так мы можем прийти к этой нравственной жизни. И пусть, чтобы в каждом из вашем сердце обязательно жил Бог. Чтобы в вашем сердце критерием всегда становилась ваша совесть. Почаще прислушивайте свою совесть, а ее ничем не обманешь и не заглушишь.
она всегда будет вам говорить. Говорить, вот это не делай, а это делай. Вот пусть для вас всех станет эта совесть самым настоящим большим критерием в жизни. И когда человек будет стремиться к нравственности, то обязательно у человека в жизни все будет хорошо. Как ни говори, но всегда будут искушения. Но тем не менее у человека будет всегда жизнь проходить христианская. А когда человек живет без Бога, это подобно людям, которые ходили при Моисее в пустыне. Как только они забывали Бога, то на этот народ настигали что? Бедствие. Вот. На этот народ обязательно постигали бедствия. Вот, всевозможные. И вот как только мы все с вами забываем, вот то, наверное, сейчас в нашем Отечестве война происходит. Что люди забыли, что они люди. Что христиане забыли, что они христиане. Как говорит Евангелие, если соль перестанет быть соленой, зачем она нужна? Выкиньте ее псам. Это я дословно процитировал Священное Писание. Вот если мы с вами перестанем быть христианами, если мы будем жить настоящей христианской жизнью, то и каждый начнет с себя, не будет только судить остальных, а только каждый начнет с себя. Начнем даже, пока у нас, когда каждый из нас злобу победит в своем сердце, друг друга простит, тогда, наверное, и война у нас закончится. Ну пусть, желаю вам всего самого наилучшего, чтобы в вашем сердце была только доброта и любовь. Потому что имя у нашего Бога – это любовь. Ну, я хочется вам всем такой небольшой подарочек передать. Это иконочку от святого апостола Андрея. Апостол Андрей когда-то пришел на Киевскую Русь и принес святое православие. Сзади тут даже благословение святейшего патриарха Московского. Вот хочется каждому из вас сейчас передать эту иконочку. Вот на молитвенную память на нашей с вами беседе. Помолитесь. Это первый ученик. Он один был из простых, из рыбаков. Вот. И у кого будет желание помолиться, можете положить. Спасибо, Господи. Мам, еще стол. Хорошо. Как так видишь, у меня лучше не сильно надо. Мы сегодня поговорим о добром отношении друг к другу. Вот ты на последней школе, ты был в последней раз на заднем. Послушайте все. Каждый человек, ребята, у нас мечтает о том, чтобы к нему относились как? Хорошо, по-доброму, да. Чтобы его, каждому хочется, чтобы его любили. Правильно? Плохо ведь без любви. Холодно без любви. Вот. Мы тогда чувствуем себя никому не нужными, незащищенными, да. Страдаем от одиночества. Мечтаем о том, чтобы нас заметили, чтобы нас признали, выделили как-то, по достоинству оценили. Но в жизни часто приходится нам сталкиваться и наблюдать неприятные вещи. Совсем недавно был один случай в школе. Ученица одного из классов не общаются с одной девочек из класса. Им не нравится, что она носит немодную одежду, прическа у нее смешная. Иногда они ее обзывают, а иногда просто не замечают. А если обращаются, то только по фамилии. И вот когда, набравшись смелости, девочка все же предпринимает попытки присоединиться к их разговору. Одноклассницы отворачиваются от нее. Или просто отходят в сторону и еще потом хихикают и накричничают. Еще один пример. На перемене ребята столпились около одного своего одноклассника.
а тот с превосходства демонстрировал свой дорогой телефон. Он грубо кидал реплики одному мальчику, которого воспитывала старенькая бабушка. Говорит, ой, да ты выбрось, возьми свой телефон вообще на помойку. Еще один случай. Когда Настя пришла в школу, Юля, классная заводила, командирша, решила показать ей, кто же здесь в классе хозяин. Она подговорила одноклассников, вот она имела такую... Влияние. Влияние такое, да. Не принимать маленькую новенькую в игры и вообще не разговаривать с ней. Некоторым, конечно, ребятам не нравилось, что она так делает, что они обижают девочку незаслуженно. Но они не могли открыто, к сожалению, заступиться за нее, потому что боялись этой Юли, командирши, потому что она может подговорить же и других, чтобы к ним точно так же относились. Ну и, к сожалению, таких примеров много. Вы, наверное, в школе тоже знаете, да, ребята? Вот так почему же так происходит? Что с нами стало? Почему мы отталкиваем друг друга, незаслуженно оскорбляем? Почему мы часто судим человека не по личностным каким-то качествам, а по внешнему виду? У кого-то там модная прическа, кто-то красиво одет. Почему? Давайте задумаемся. Ребята, если подросток одет в дорогую одежду, с крутым телефоном, он добился сам еще этого? Нет. Он сам еще не добился ничего, да? И выглядит так благодаря кому? Родителям. Благодаря родителям. Но, к сожалению, не все же родители могут так обеспечивать, да? Кто-то воспитывает ребенка один, кого-то воспитывает вообще бабушка, да? У кого-то может быть отец погиб. Всякое может быть, да? И такие дети, они и так уже хлебнули горя в своей жизни. И так они уже борются с этой несправедливостью, да? И когда еще придя в свой коллектив, в свой родной класс, они в очередной раз слышат грубость, унижение, насмешки от своих одноклассников, то задумайтесь о их состоянии. Можете поставить вот себя на место того человека. В одном из примеров учительской газеты из номеров спросили в статье, что происходит с нравственностью. Спросили у молодых людей, кого бы они не хотели видеть рядом с собой. Кто мешает их вот хорошему, комфортному состоянию. И ответы были беспощадны и жестоки. Знаете, кого мы сказали? Инвалидов, больных, нищих. Вот они не хотят видеть возле себя таких людей. Но мы же, ребята, люди. И наше высокое предназначение в чем? Чтобы признать право жизни человека на каждого. Да? Даже если он не такой, как все. И доставляет, даже если нам какие-то неудобства. Но вы же знаете такие слова, как эмпатия, толерантность, этикет, уважительность, тактичность. Слышали такие слова? Да, вот говорят, человек это тактичный, да, уважительный человек. Да? Вот. И каждый воспитанный человек, а вы должны быть все воспитаны. Приятно смотреть со стороны на воспитанных людей, да, чем на хамов. Вот мы должны обязательно обладать всеми этими качествами. Я хочу, чтобы вы знали, может быть, кто-то не знает, что такое эмпатия. Эмпатичный человек. Это способность человека ставить себя на место другого и ощутить его переживания. Кого-то обижают, встань. Если ты можешь встать на место, внутренне встать, внутренне в мыслях, в сердце своем, встань на этого человека и почувствуй его переживания. И ты уже не будешь этого делать. Этот человек эмпатичный, говорят. Толерантность. Что такое толерантность? Это способность человека принять окружающих его людей такими, какие они есть. С их недостатками, с их какой-то, может быть, другая у него вера. Не пытаясь их переделывать или подстраивать под себя. Вот этот человек толерантный. Этикет. Вы, наверное, знаете, что такое этикет. Да. Что такое этикет? Это норма поведения. Да, это норма поведения, да. Вот. Знать, как вести себя в окружении других людей. Уважение. Это вы знаете, да? Да. Уважать как другие. Такт.
тактичный человек. Не чувствую так. Это бережное отношение к людям. Следовать по принципу, что мне неприятно, может быть неприятно ему. То есть, ну, не обидеть надо, человека. Нужно... Это человек тактичный. Так вот, ребята, что же с нами стало? Почему мы часто отталкиваем друг друга, незаслуженно оскорбляем? Почему боимся раскрыться? Помочь, продемонстрировать это. Как вы думаете, почему? Неуверенность в себе, да? Боясь, что нас не так поймут, поставят на место, отфутболят. Мы все время на чеку, мы все время готовы к отпору, как и окружающие нас, кстати, люди. Вот тут и срабатывает закон общения. Мы отзеркаливаем отношения к нам других людей. Отзеркаливаем. Иначе его можно сформулировать законом нравственности. Относись к людям так, как бы ты хотел, чтобы они относились к тебе. Вот еще один. Это мы пытаемся сформулировать закон общения. А вот еще один закон, который является народной мудростью, которая пришла далеко, давно из глубины веков. И звучит этот закон очень просто. Вы, я сейчас скажу, вы продолжите. Как аукнется, так и откликнется. Это такой, тоже закон нравственности. А какие вы еще знаете такие поговорки и пословицы, которые выражаются вообще человеческий вот закон общения? Делай добро и жди добра. Правильно. Да. Доброму человеку хоть и чужая болезнь к сердцу. За доброе жди добра, а за худое худо. Правильно. Правильно. Я вам сейчас... Видите, вот над этой проблемой уже только поговорки, это же старые, древние. Значит, над этой проблемой люди задумывались уже давно. Но вот в нашей жизненной суматохе мы редко вспоминаем знакомые поговорки с детства и редко вообще еще и задумываемся над ними. Есть такая копилка добрых советов. Первый совет. Мы его уже озвучили. Что относитесь к людям так, как хотели бы вы, чтобы к вам относились люди. Вы это понимаете? Да. Как вы понимаете? Ну, это, если ты сделал добро человеку, то он тебе ответит добром. Конечно, конечно. Совет второй. Помните о законе отзеркаливания. Как вы к людям, так и они к вам. Что необходимо сделать, чтобы отзеркаливать лучше? Да. Делать добро. Вот среди вас есть такой человек, который по жизни идет с улыбкой? Я. Правильно. А как вы думаете, это хорошо или плохо? Это хорошо. Смотря в каких ситуациях. Конечно. Вот. Это нужно жизнерадостность жизни. Конечно. И вот нужно быть более открытыми. Нужно не скупиться на улыбку даже незнакомым людям. Вот вы едете в автобусе, где-то в магазин, на рынке, везде с улыбкой. И вы обратите внимание, что если вы улыбнетесь кому-то, даже вот вы вышли с подъезда и поздоровались, вот просто с любым человеком, не просто поздоровались, вот вы его не знаете, а идите и скажите просто с улыбкой, здравствуйте, вот вам закон. Понаблюдайте, поэкспериментируйте. Вот вам и закон отзеркаливания. Вам обязательно ответят тем же. Обязательно улыбнутся и скажут здравствуйте. А здравствуйте — это здоровье желают. Да, да. Потом, ребята, да, излучайте всегда только положительную энергию. Совет третий. Наблюдайте в людях, смотрите, только все хорошее. Во всех людях без исключения. Не нужно смотреть на человека и искать, что у него плохое. А вы у него только смотрите, что же у него хорошее. Не надо плохое замечать, только хорошее. И еще нужно поверить в себя. Вот один человек великий писал, что только человек, любящий и уважающий себя, может любить и уважать других. Нам, православным людям, всегда было и есть за что себя уважать. Свою страну. Сложное время сейчас переживает наша страна, наша республика, и мы вместе с ней. Многие духовные ценности незаслуженно утратили свое значение. Уровень благосостояния разный и поделил людей на обеспеченных
и тех, кто концы с концами еле сводит, да? Ну, что бы там ни было, ребята, разве могли мы утратить такие качества, как доброта, душевность, хлебосольство? Мы все равно должны оставаться такими же, правильно? Нам нельзя забывать об этом достоинстве. Мы вообще-то народ какой? Гуманный, миролюбивый, да? Мы толерантный, дружественный народ, да? И эти качества от кого нам достались? От наших предков. И должны кому мы их передать? Нашим потомкам, правильно. Мы должны их передать потомству. Нужно поэтому обязательно верить в себя. Еще один совет. Пятый. Не обижайтесь. Как вы понимаете этот совет? Не обижайтесь. Может, человек не хотел тебя обидеть. Значит, что нужно ему сделать? Прощать. Прощать. Надо уметь прощать. Надо уметь не копить в себе зло. Не быть мстительным. Ведь обида, она разрушает жизнь. Есть русская пословица. Кто старое помянет, тому глаз вон. Слышали такую пословицу? Да. Кто старое помянет, тому глаз вон. Вообще нужно уметь прощать. И еще один совет, шестой, ребята. Отходя ко сну, когда вы залезли уже под одеяло, спросите себя, а кого же и чем я порадовал сегодня за день? И порадовал ли вообще? А если не порадовал, где-то нагрубил, значит, что нужно сделать? Записать где-то на листочек, покаяться на исповеди у батюшки и стараться этого больше не делать, исправляться. Нужно уметь старать исправляться, потому что это все греховно. Правильно? Греховно. Да. Вот, ребята, подумайте, пожалуйста, об общении друг с другом помогает нам, что в общении друг с другом помогает нам делать отношения теплее, слова. Добрее. Что? Слова. Правильно, слова теплее. Ведь не только одеяло может быть теплым, или варежь, или шапка, или батарея, но могут быть слова теплыми тоже. Да? Поэтому побольше теплых слов друг другу. Какие добрые слова у нас есть? Доброго здоровья, правильно, доброе утро, счастливого дня, будьте добры. Это слова чуднейших, кстати. Давайте мы немножко. Ну, давайте даже немножечко поиграем сейчас. Я вам буду читать стихотворение, а вы будете продолжать. Это давайте, послушайте. Придумано кем-то просто и мудро. Ты меня слушаешь? Придумано кем-то просто и мудро. При встрече здороваться нужно. Доброе утро. Слушайте внимательно. Зеленеет старый пень, когда услышит. Добрый день. Правильно. Мальчик вежливый, развитый, говорит, встречаясь. Здравствуйте. Так. Когда ледяная глыба, растает ледяная глыба, от слова доброго. Спасибо. Спасибо. Когда бронят за шалости, мы говорим. Пожалуйста. Простите, пожалуйста. Да. Когда бронят за шалости, мы говорим. Прости, пожалуйста. И во Франции, в Дании, прощаясь, говорят. До свидания. Да. Всем вам с большой любовью желаю крепкого здоровья. Вот, вывод какой, значит, ребята, что много теплых, добрых слов в нашей речи, да? Доброе слово всегда может нас приободрить, вселить в нас уверенность, согреть душу. Да? Да. Вы еще дети. И вас впереди ждет еще много-много славных дел. Вы сделаете нашу планету Земля красивой, но прежде вы должны вырасти настоящими людьми. Смелыми. Вас форма обязывает смелыми быть. Добрыми. Мы же новую республику строим. Мы должны быть добрыми друг другу. Вы должны быть одно целое, кулак. Вот. Какими добрыми. Еще? Трудолюбивыми. Потому что Бог к лентяям не приходит. Господь сам заботливыми, да. В общем, делать добро, это вообще здорово. Это вообще здорово.
Некоторые говорят, ребята, что приходят на исповедь, да, и говорят, не знают, что такое грех. Вот даже здесь сегодня говорили, что такое грех вообще? Грех. Некоторых спросишь, вот нужно пойти поисповедоваться. Она говорит, а я не грешная, даже уже старые. Говорит, а я не грешная, я не убила, не воровала. Ну, я а вы думаете, грех это только убить, а грабить? Нет, конечно. Как-то мне обман, каждый день Конечно, да. Они думают, поэтому даже мучаются. Вот какие вот люди такие, которые не понимают, не видят греха. Они видят склероз. Они не знают, что говорить на исповедь, да? Да. Вот. Грехи. Да. А ведь грехом является, ребята, грехом является малейшее уклонение, грехом является малейшее уклонение человека от Бога. Уклонился человек от Бога. Все, это уже грех. В чем уклонился? В поступке, в слове, в мысли, в дыхании, в чувстве. Потому что мы и мыслями грешим. Мы думаем, что если мы подумали помысл наш, и мы не согрешили, а подумали о ком-то или пожелали кому-то что-то плохое, все, мы это согрешили, это уже грех. Да. Вот. Потому что это жизнь, грех, это жизнь, которая отдельная от Бога. Вот живет человек от Бога отдельно, все. Просто степень греха бывает разная. Кто-то уклонился в убийство, кто-то в воровство. Кто-то в болтовню, да. А третий сидит у телевизора, у компьютера день и ночь, не может встать оттуда. Вот. Четвертый какие-то собственные мысли или какой-то, на вид безобидные мысли, но все равно. Вот, значит так, ребята, я хочу вам, знаете, как еще напоследок сказать, такой анекдот еврейский. Он интересный и поучительный. Ну, что? Еще одно слово. Я только тебя уже думаю, как Леня хорошо себя ведет. Ну, вот у вас есть наш кого именно так. Молодец. Не расставляй разочаровываться. Ребята, вот некоторые жалуются, да? Плохо живется. Плохо живется. Вот этот анекдот, говорит, купи козу. А, знаю, есть, да. Тихо. Да. Кто не знает. Ну, кто не знает. Да. Есть, вот пришел к раввину, это у евреев у нас батюшка, а у них раввин. Пришел к раввину страдалец и жалуется. Господи помилуй, хатка маленькая, куча детей, холодно, мать-старуха на руках, дышать нечем, не знаю. Как жить? А раввин ему говорит, купи козу. Он, какую козу? Ну, настоящую, которая мекает, которую доить можно. Ну и куда мне эту козу притаранить? Ну вот себе в хатку в эту маленькую притарань. Страдалец купил козу, притащил хатку, живет. Как было, все так и есть. Мама старая, холодно, детей куча, дышать нечем. Да тут еще и коза бегает, заиться хочет. А опять идет страдалец каверно. Нет, я с ума сойду от такой жизни, повешусь. Что делать? Раввин ему смотрит на него и говорит, продай козу. Продал. И прибегает снова к раввину. Ой, какая же красота, как хорошо жить без козы. Вот человек, который ропщет, вот чтобы надо ему понять, что мы-то хорошо живем. Вот нужно обязательно подумать. Это просто вот как поучительный анекдот, да? Ну а я вам сейчас поясню, как это понять. Вот живет человек, и все ему плохо. Вроде мы сейчас, могло бы быть у нас хуже, да? Потому что если Америка там или там кто-то на нас напал бы, да они бы нас, если хотели бы разбомбить, ребята, они бы в два счета нас разбомбили. Я жила на Кавказе, знаю, как в Грозном эти самолеты уничтожали дома. Вот такие дома девятиэтажки, они рушились мгновенно. Я жила там, знаю, как оно там бывает. Вот. Так вот смотрите, а хорошо будет, если у тебя, вот мы живем, и все нам плохо, а хорошо, если ты заболеешь чем-то, или ногу сломаешь, да, или соседи зальют сверху, проблем хочешь, вот кто хочет проблем, тогда вообще на здоровье, и Бог тебе даст проблем, и ты будешь счастлив, и будешь думать, ой, как же было вчера хорошо, а позавчера было еще прекрасно, так что, друзья мои, роптать нельзя. Мы живем все-таки в уютном, сытном мире, мы одетые, мы не голодные, у нас есть свет, вода,
у нас есть газ, да, как мы живем. Нас никто не заставит идти работать насильно, как рабов, да, принудительно. Никто нас не заставляет делать то, что мы не хотим делать, да. С нами еще цацкаются. Так вот, если бы, допустим, взяли вас, вот фантазию себе включите, взяли вам, поселили вас на каком-то Карибском море, на острове, дали вам яхту, домик, еду всякую, ешь какую хочешь. Но долго бы вы там были счастливы? Сколько? День-два, да? Это все надоело. Это одному там быть? Уже, да. И живешь, у тебя все есть. Все удобства, красота. Уже и песок колючий, солнце жаркое, ананасы невкусные, да? Да, и опять тепло. Да, все будет плохо. Так что, ребята, знаете, что я хочу сказать? Плохому человеку все плохо, а хорошему человеку ему все хорошо. Вот даже батюшки знают, как приходят на исповедь. И все время приходят и ноют, что хочу то, хочу другое. А благодарить забывают. А мы должны Бога благодарить за все, что мы имеем. Слава Богу, побольше благодарности Богу. Побольше благодарите. Потому что благодарность – это лучшее лекарство от уныния. Не надо будет ходить в аптеку, какие-то таблетки покупать от депрессии успокоительные. Благодарите за то, что у меня сегодня есть. Что мы не голодные. Вы знаете, как наши жили раньше в 11, 18, 17 веках предки? Если бы они сейчас из гробов встали и посмотрели, как мы живем, да они бы подумали, за что вам, вы живете как в раю, за что вам вообще, чем вы так заслужили такую жизнь? Потому что у нас есть горячая вода, да? Мы можем встать под душ, мы можем выкупаться. А раньше они не могли этого сделать за счастье. Они грызли сухарь и радовались, и не роптали. А у нас сейчас то то не то, то другое не то. Харчами перебирают. Да. Да, да, да. Вот то не люблю. А раньше, если кусок мяса сухарь, достался, так это красота. Ты что? Это да. Подарок свыше. Поэтому, ребята, радуйтесь всему то, что есть. Побольше уважайте друг друга. Побольше. Так, тишина. Обращайтесь друг к другу, чтобы приятно было. Побольше делайте, не жалейте, не скупитесь на комплименты. Вот. А сейчас возьмите, посмотрите друг другу в лицо. И каждый пожелайте чего-нибудь друг другу хорошего. Да? Я хочу, чтобы вы запомнили то, что вы сейчас чувствуете. И взяли с собой, когда будете уходить домой. И теплые чувства тогда и настроение надолго останется с вами. Вам было интересно? Ребята, вам было интересно? Да. Да. Говори. Батюшка, расскажите мне теперь. Что мы закончили? Очень рад со знакомством. Живите дружно, чтобы среди вас всегда присутствовало только добрые качества, любви, милосердия, друг другу помочь. Вот, в нужное время, потому что не всегда, даже бывает, часто сталкиваемся, что нежелание даже друг другу помочь. Хотя мы должны друг другу, хотя бы вот вы здесь, в принципе, семья, друг другу в нужное время подать руку помощи. Вот это и есть, вот эти критерии нравственности, добра, милосердия, как-то так. Спешите делать добро, жизнь коротка. С Богом. Кто бы ни жил на земле, сердце он свято хранит. Образ родимой страны, где мы выросли. Кто бы ни жил на земле, тянет его как магнит. Родина, и мы всегда с ней мыслями. Молодая гвардия, молодая гвардия, к родине любви.
реки. Мы будем вместе всегда, нас не согнуть никогда. Пусть в сердцах звучат призывы новые. Счастья на века.